Вот ради этого стоит жить. Народ, всем здорово. Поменяли мы место жительства, съехали мы с аквариума. Теперь живем на квартирке, я вам показывал уже в обзорчике. И меняем тактику работы, попробуем вставать с утра. Проснулся сегодня в 7 утра, сейчас уже 7.30, собрался. Выходим на линию, не смотрел даже, что там по коэффициентам. Но мне кажется, в это время они прям горят сильно. Поэтому поехали. Так, заводим машиночку, прогреваем. Вчера меня, как обычно, заблокировали за отмены. И я не доработал сменку, заработал вчера пятачок. Ну, в принципе, это произошло быстро. Я с утра также вышел и вечером чуть-чуть поработал, поэтому, в принципе, сильно не устал. Сегодня посмотрим, запишу до обедика, сколько у нас получится заработать. Коэффициенты, как видите, сильно горят, сегодня дождик. Ну, так вот стоим, ожидаем, нету ничего. Вот вышли на линию, в 7.50 будем условно считать, но без 5, 5 минут уже стою. Вчера я простоял, ну, где-то минут 20-25 в этом месте, чтобы мне пришел первый заказ. Мне кажется, здесь они трудно поступают, хотя горит. Потому что здесь пробочка 25-минутная, скорее всего, будет на выезде в Адлер. Вот, поэтому, скорее всего, из-за этого здесь такое место. Надо либо раньше выходить, либо позже. Конкретно в это время, с 7 до там, 8, можно стоять, и здесь нахер ты никому не нужен. Ну, ничего, будем экспериментировать, потому что нам здесь жить, в принципе, все лето. Вот, а те, кто, ребята, приезжает, короче, только в Сочи, и вы там, допустим, смотрите, мужики, что там я по кнопке, по делам езжу, мне прилетают заказы, некоторых не получается по моим рекомендациям ловить вот эти дальники. Вот, как из рекомендаций, это нужно подключить тариф детский, потому что сейчас будут приезжать отдыхающие, они будут мотаться с тех, кто в Адлере будет жить, будут ездить в Сочи, получается, в Дендрарий, в что там еще есть, как он, Ракушка, Часы, вот этот тоже парк, Ривьера, вот, в Лао будут ездить, в там Дельфинарий, по-моему, аквапарк, туда будут возить. Те, кто живет в Сочи, будут детей возить в любом случае в Сочи парк, это на аттракционы. И они пользуются в основном такси, поэтому вот эти дальники будет легко вылавливать с Сириуса в Сочи, с там чуть дальше морпорта, оттуда обратно, ну, из курортного проспекта обратно туда в Сириус. Ну, и также и аэропорт, помимо всего этого. Но большое количество будет это отдыхающих с детьми, и они пользуются такси и ездят на дальние расстояния, потому что с детьми в автобусе ездить трудно. Ну и вовсе те, кто приезжает вообще отдыхать в Сочи, они приезжают с деньгами, поэтому они пользуются услугами такси. Как-то так. Ну, наконец-то дождались первый заказик, плюс 150, ближняя подача. Конечно, берем. Еще не доехали до места, нажимаю на месте и показывают. Да, 15 минут вот, ехать в эту сторону. Стоим уже, длинное ожидание было, 7 или 9 минут, до подачи пишет, в смысле, до подачи, мы на месте. А что значит до подачи? Звоню клиенту, он не отвечает, как обычно, оплата наличными. Все разговоры записываю. Марамоев хватает везде, в Сочи они тоже есть. Так вызвал ты, ну отмени, петух. Че с тобой, ну ты, блядь, звонишь, для чего, че тебе? Ждать буду. И не отвечает, сбрасывает даже. Сбрасывает звонок, ты, ну, да объяснись там, ну, там нечаянно выжил, там, извини, не обессудь, отмени, почему тебе должен стоять, ждать это время. Ну, это чистые петушары, короче. Абонент недоступен. Вот. Хуеплеты. Петухи. Ну, здесь троечка, это, скорее всего, кто-то из строителей, это они в основном недобросовестные всегда к таксистам. Короче, блядь, простоял, я уже хуй его знает сколько, вот платное ожидание уже идет 5 минут, отменяем. Пошел нахуй, пидорас, клиент не вышел. Хуеплет ебучий. Заказ отменен. Хуеплет. С наличными, заебала эта хуйня. Надо ее отключать, это, блядь, это дрочь. Алло. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте, машина на месте, поедете или нет? Что, ждете? Я подъехал уже. Это я вас жду уже. Вы выходите, едете или нет? Я вот стою. За грубость, у меня просто сейчас полчаса ждал клиента, и он не вышел. Послушайте, вот там 300 с чем-то, ну. Я вам заплачу
1000 рублей сверху. Хорошо. Если вы заберете у меня цветы в корзинках. Где? Вот во дворе. Пожалуйста. Мне надо, я розы купила, мне надо их там посадить. Знаешь, что скажу, Денис? У меня подруга Любашка, она в Николаевке живет. Мы с ней дружим уже лет 35. У нее муж умер, мой умер, но у нее дети, трое детей прекрасные, семьи, внуки. У нее все в шоколаде, как она любит говорить. Отлично! Она мне вчера заехала, попили кофейку. Она говорит, и я Денису скажу, чтобы он приехал, помог тебе. Ну, я не обещаю. Я говорю, конечно, как ты можешь обещать? А, пацан в МЧС работает. Я говорю, мало ли, что устал, и у него там трое пацанов, сколько там, Николай. Я говорю, я не надеюсь, ты мне просто сказала, все. Я говорю, приедет Денис, не приедет. Приехал Денис. Завершаем, ну, это, 400 дали, видите, и плюс 1000. Вот так, пацаны, не надо, короче, нервничать. Бывает, нервничаешь из-за какой-то ерунды. Кто-то не вышел, видать, судьба так расположена, что я должен был эту женщину довести. И она говорит, я все думала, там ее какой-то Денис должен был отвезти. Ну, просто человек помочь, а парень. Вот, он не приехал, и поэтому она вызвала такси и решила вот так заплатить. И меня, я оказался Денис, видать, сильная энергетика у этой женщины. Ладно, поехали дальше работать. Настроение хорошее, на высоте. Короче, взял я проводничок к аэропорту. Вот такие у нас результаты. Это за 2,5 часа и плюс 1000, ну, за то, что перевозил цветы, ну, в машину погрузил. 2,5 рубля, это за 2,5 часа. Отлично! Поэтому заезжаем мы в аэропорт и будем ждать дальничка. Погода слякоть, дождь. Очередь небольшая, 26-30 место, это вообще небольшое, мы быстренько возьмем заказик, мне кажется, даже в туалет не успеем сходить. Ой-ой-ой, ну, открывай, родная, что с тобой? И тут началась очередная проблема в аэропорту, связанная ли это с той ситуацией, которая, когда меня пытались там развести на деньги или нет, я не могу сказать с уверенностью, но то, что произошло, оно произошло. Никогда не было у меня таких ситуаций, а тут началось. Не открывается шлагбаум, подошел пухляш, начал меня регулировать, отъедь назад, пробуй заедь, смотрим, там какая-то ошибка есть, нету, с чего у меня ошибка, ты что-то нарушал, я ничего не нарушал, работая на общих основаниях, согласно инструкции, заезжаю, выполняю все, что они говорят, как мне рассказывают, как руководят они там стоянкой, все в последовательности, с точностью я соблюдаю. Но, в общем, пришел мне проводник, потом я у него поинтересовался, что мне делать, мне пришел проводник на другую стоянку, он говорит, значит, едь туда, а то ты попадешь на бабки. Ну, я уехал туда, там посадил клиента, и все, и меня опять не выпускают с аэропорта. Хорошо, братан, я тебя не буду, я того выброшу. Это садок, кайф, брат, в поляну, поехали. Вот он заказик. Все, давай, удачи. Давай. Счастливо. Не выпускают они, не хотят, что ли. Я вернулся к ним обратно туда, в их вагончик, начал задавать вопросы, они сказали, мы здесь ни при чем, идите к администратору аэропорта, он там находится, и он все твои вопросы решит. Я отправился поговорить с ней, взял с собой одного парковщика, чтобы он ей тоже объяснил, что это, ну, не моя вина. Девушка, добрый день. Подскажите, пожалуйста, заехал я на стоянку, меня сюда не запустили сначала на Яндекс-стоянку. У них какая-то проблема, мы пытались заехать. Мне сказали переехать на вот эту стоянку, там проводник пришел. Вот, я взял клиента, все, с Яндекс-стоянки. Подъехал на выезд, меня не выпускают. Сейчас мы приехали, они устранили проблему, говорят, ну, по времени, извини, мы, ну, не получается. Я не нарушал стандарты. Можно я объясню? Вот человек ловит проводника. Ну, ему показывает приложение заехать на X2. Послушайте, технически. Вот, привокзальная. У него указывалась привокзальная. Он приехал как положено на привокзальный. Шлагбаум не открылся по техническим вопросам. И тут же, пока этого... Послушайте, можно я договорю, и потом, а то у нас полемика какая-то получается.
Совершенно верно, вы правы. Но если он заедет на привокзальную, не на X2, то у него будет час. Понимаете? Он от Яндекса работает. Я понимаю, что да, человек встречает там на самом деле, да. Но если надо, да. То по девочку, по руку, да. Либо заехать на X2. Да, на X2. Если у него не получается заехать, да. На X2, он покидает по кругу. Совершенно верно. И пока он решали они эту проблему, ему тут же проводник показывает сюда ехать, на L1. Он это говорит сотрудникам, у меня уже не на X2, а на линию показывает, на вторую. Они говорят, ну тогда, как и положено, езжайте туда. Он туда приезжает, все как положено, ждет людей, забирает, выезжает, и у него показывают. Ну, вы же можете показать, какое время он заехал на территорию аэропорта, и в какое время он уже получил проводник на L1? Нет. Не показывает? Нет, конечно. Я к вашим проводникам не имею никакого отношения. Его время отчитывается от въезда, например, да, все. По каким причинам он не приехал? Эта система у нас автоматизирована. Да. И я объясню, что он на X2 не заехал, в общем, вы не выпустите в любом случае меня, да, здесь без оплаты? Все, я понял. В общем, я по ситуации понял, ребята, что при въезде на стоянку, то бишь ты должен попасть на ту внутреннюю стоянку. Если ты не попал, у тебя 15 минут и все. Даже если ты встанешь в ту парковку эконом, которая там прямо на площади, где подбираешь людей, ничего тебе не поможет. И пухляш должен был мне это донести до моего сознания, чтобы я выехал, заехал и тогда встал туда в стоянку в очередь. Но никак не сразу после, не въезжая в эту стоянку. Он просто меня порегулировал, подрочил, говорит, да-да, нормально, значит езжай. Но это же элементарно, я думаю, это должен знать каждый сотрудник, который там работает. Иначе за что мы платим такую большую комиссию Яндексу, вот этим сотрудникам, вот этим нахлебникам, они там сидят, питаются за нашу комиссию, и ихняя зарплата, это наша комиссия. Поэтому мы оплачиваем заработную плату этим сотрудникам, и они обязаны доводить до нашего сознания нормальную ситуацию, как оно должно быть, как правильно мне действовать, чтобы я не попадал на эти 250 рублей. 250 рублей это нормальные деньги для меня. А он просто начал, вот посмотрите по видео, дальше там бегать, прятаться от камеры, короче, потому что понимает, что жопа засрана, и что котлетки, которыми он накушал себе свой зад, это с наших с вами денег, и мы не должны попадать на эти 250 рублей. В общем, я дал этому парню, чтобы он заплатил за стоянку, а сам отправился поговорить с ними. Посмотрите, как он там бегал, бегал от меня, прятался от камеры. Ну, цирк. А, номер телефона. Оплатишь? Есть? Да, вот, что, да зачем? Ты мне оплати, я поехал. Должен тебе доказать потом, что я тебе действительно... А я выйду, в смысле? Я выйду в любом случае. Дружище, извиняюсь, можно тебя на секундочку? А, нет, Что сказали? Сказали платить. В любом случае платить, потому что, ну, это... А вы... Нет, я не по карте заехал, я заехал по вашему этому. Я заехал, здесь мне не проходили. Вот человек сопровождал меня. Что? Почему? Ну, у меня есть, я веду свой блог, я снимаю, ребята смотрят, почему. Ну, как бы, какие бывают ситуации, то бишь для этого парня лучше не подходить, не интересоваться, как просто выезжать. Ну, а что? Ну, а как по-другому? Ну, вы же специалисты здесь, вы, получается, должны решать проблему. Вы сидите здесь за что зарплату получаете? Чтобы мы платили по 250 рублей за парковку, ребята, или что? За парковку аэропорта. Ну, ходит от камеры. Пацаны, вот к этому человеку не подходите лучше. У него вопросы не задавайте. Так что, не решается никак, да? Не вы берете оплату, но ситуацию создаете вы. Заехать я не могу из-за вас, сопровождаете вы, консультируете вы, правильно? Ну, правильно получается? Вы приехали, заехали. Да, да. Поехали. Да, куда меня вел? Сюда проводник меня, вел проводник на вот эту стоянку.
Меня сюда не пускали. Ассистент сказал, или как вас называют здесь, консультант, он сказал, что ну, мы попробовали заехать туда-сюда, проводник пришел туда, на ту стоянку. Я поинтересовался, он говорит, значит, едь. Он не проконсультировал, что нужно выехать со стоянки, понял? И он должен был сказать, выедь, дружище, и заедь по новой, потому что у тебя пройдет время. Так как вы знаете, вы не первый раз с этим сталкиваетесь, правильно? Если вы заехали правильно в аэропорт, то есть подъехали, проводник, чтобы вам открылся, вы не нажимали кнопку. Не нажимал кнопку, да. Должны были, у меня это зафиксировано на видео, что я не нажимал кнопку, что я подъехал. Без проблем, ну вот та ситуация, понял, что вчера произошла, пытались выжать деньги, ты подходишь, подходят ваши сотрудники и выжимают деньги, понял, с таксистов, то бишь комиссию Яндекса они просят заплатить им, если человека берешь с руки, то бишь они даже не интересуются, работаешь ты по промокоду, платишь ли ты комиссию, либо не работаешь ты по промокоду, они подходят и пытаются выжать деньги с таксиста, понял? Ну ладно, вы халтурите, пацаны, понятно. Ну, я работаю по промокоду, я комиссию Яндексу не плачу. Поэтому я могу пользоваться этой стоянкой и могу работать без комиссии, понял? Требовать с меня и потом создавать вот такие ситуации, чтобы я оплачивал парковку, понял? Не стоит. Хорошо? Ну, это, я не говорю, что вы создаете, но, возможно, это так и произошло. Просто может совпадение, понимаешь? Ладно, удачного дня, у меня пассажир уже 40 минут из-за этого сидит. Завершаем вот этот заказик. Долго так возились этих гондонов в аэропорту. Вот такие дела, пацаны. Че как на Максиме вообще? На Максиме как? Хуйня. Я ебал Максим. Почему? Почему? Фикс прайс, все за 50. Почему? А, плохие цены сейчас, да? Но с рекламой получше приходит. Я был обклеен просто Максимом. А какая разница, если работы нету, и то цены предлагают такие уебищные, что не хочешь кататься, хочешь целиком выбросить машину. Цены. С города сюда приезжаешь, 1500, а отсюда за 1000 рублей тебе предлагают. Вы же, по-моему, проезжали, да? Нет. Или похожая машина просто. Возможно, похожая, да. Спасибо, закрывайте, присаживайтесь. Пожалуйста. Ребята, только поднялся в Красную Поляну, блин, наверх. Хотел потренироваться, сейчас я вам покажу, какая есть здесь площадочка спортивная. И выпал заказ вот такой. Ой-ой-ой, внизу в Сочи, обратно, 66 километров, длинная поездка. Да, хорошо или плохо, не знаю, но вот здесь такая спортивная площадка, сейчас покажу. Вот такая вот спортивная площадочка. Блин, тут все есть. Так что... В следующий раз можно потренироваться. Такая красота. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Час практически ехали, ребят, завершаем. 1913, это здесь в Адлере мы привезли их. Ну, нормально. Общей суммой у нас здесь выходит. Общей суммой выходит у нас. Что-то не обновляется. Только завершил. 4254. Плюс к этому прибавляем 1000 рублей. Это вот эта бабуля дала нам за цветы, за розы. И плюс, ребята, я в Красной Поляне не заснимал это, ну, я фотографию приложу. Сделал заказ туда наверх, откуда вот взял я этих пассажиров. За 360 рублей, ну и минус 10%, скажем, комиссия Максима там, ну пусть 300 рублей, вот, поэтому 5500 уже готово, можно ехать отдыхать, кушать, тренироваться, спать, так что сделаем небольшой перерыв. Не удалось сегодня попасть на площадку, на спортивную, на ту, но зато я побегал и сейчас пойду немножко сделаю турничков сегодня.
чисто так разминочных, потому что что-то в сон клонило, знаете, такое состояние было, что ну ничего не хочется. Еле-еле себя пересилил. Фух, помчали. Тренировочка сегодня будет круговая. То бишь делаем сначала турничок. 10 подходов с отяжелением. Потом брусья сразу спрыгиваем. Также 10 повторов. И приседания на 10 повторений. И сделаем так, не знаю, хотя бы 5 подходов. Потом посмотрим, ребят, насколько выдержки хватит. Ну, короче, последний подход я не повезу. Делаю без профиля, это 5-й подход будет. Я бы сюда не вылазил, знаете, перед вечерней сменкой, перед завершением работы, потренировался, искупался в море. Фух, кайф, просто кайф. Я не знаю, здесь квартира недалеко от моря, почему жена не ходит каждый день на море, фух, я ее просто не понимаю. Ну все, вот и вечерок, искупались, прибежали домой, выезжаем работать. Зеленочка, ну берем, а что делать? Ну и завершаем шляпу эту. Так я поставил проводничок в аэропорт, потому что ну не вариант так кататься. Будем аж. Здравствуйте. Какой в очереди? Да уже почти 11. А что туда проводник не тянете? Нет еще. Не скоро, значит, еще. Да? Пока-то. Привет. Здравствуйте, вот 11, 15. Слушай, ну что-то нету, короче, получается, да? Пока нету, но все будет. А сколько заработал? Здесь 2763, и там. Там это где? У тебя в парке 300. Я по самозанятому уже. 300 этот 2700. Трешка, что ли? Ну, грубо говоря, да. Пропускаете много заказов? Каких много заказов? Я отменил село Высокое. Там 5 километров подача была длинная, понял? И говорит, вы много заказов пропускаете, следующая отмена, мы вас выкинем с очереди. Что-то, короче, они моросят, понял. А что у тебя она мокрая? Это твоя, не? Да. Где мокрая? А вот, глянь, крыша какая-то. А, ну, конденсат. Конденсат? Вот такой полик. Полик. Он тебе, мне кажется, он тебе крашеный, брат. Нет, он в бронепленке. А, это бронепленка такая, да? Да, вот, видишь, след отходит. А тут другой цвет. А, это передок. Он уже грязноватый. Вот это я ехал, там мухи на нем. Трупы мух. Как потренировался сегодня? Супер, отлично. Ты... Ну, как бы нормально. Я и потренировал немного, и позанимался. Ну, где-то так активно, минут 40-50, наверное. У кого? А ну, показывай. Что там? Сразу, может, дальняк скажет. На этот. Нет. Давай, удачи. Давай, счастливо. Давай, давай, принимай. А, она не пишет, видишь, я думал, прикинь, на Краснодар бы словить что-нибудь. Так, на Краснодар же отсюда дешево. Ну и что? Я поеду, если в Геленджик. Вместо меня поедешь, да? Да, да, просто. Все, давай, езжай. Ну вот сразу отсюда пришло. Бери, бери, езжай. А на Краснодар будет написано, да, по-моему? Да, долгая Краснодар, поездка. Анапа, Геленджик будет написано. Долгая поездка, и ты увидишь это. Ладно, до скорого. Давай, брат. А вот и мне, так быстренько. Ой-ой-ой, как хорошо. Ну что, друзья, мы на мойке, и время подвести итоги. 5700 будем считать, что 5700 это плюс 1000. Ту, которую нам дала бабуля за то, что мы перевезли цветы. И 300 рублей по Максиму. Ну, практически 7000 рублей. Я доволен сегодняшними результатами. Я не уставший. Я в отличном настроении, в хорошем расположении духа. Поэтому, ребята, моем машинку и едем домой отдыхать. Завтра с утра у нас тренировочка, потому что начинать день без тренировки – это чревато. Сегодня я в этом полностью убедился. Поэтому завтра на пробежку с самого раннего утра. Все, всех обнял, всем хороших заработков, ребята. Если вам
нужен хороший парк, то обращайтесь к нам, все в описании, пишите, вам там помогут, подскажут. Парком занимается мой брат-близнец. Да,